that you showed to me during my visit to Mozambique in February last year, and so I believe that this talks, these discussion talks we have are going to be continued here in Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс нашим традиционным дружественным двусторонним отношениям, основы которых были заложены в период войны Мозамбикского за национальное освобождение. И сегодня, безусловно, мы уже взаимодействуем в новых условиях, когда особое внимание необходимо уделять экономическим, торговым, инвестиционным аспектам нашего сотрудничества, развивая, конечно, и далее наши тесные гуманитарные связи в области образования, культуры, науки. Рассчитываем во всем этом сегодня поговорить. Certainly today we are interacting in new conditions. And these conditions require that we pay more attention to the economic factors, to trade factors, to investment, but certainly we should not forget about our political ties and humanitarian ties, educational ties, cultural and scientific ties, and we hope that we're going to talk about all this today. Наши президенты регулярно обмениваются посланиями и говорится о обоюдное стремление создать новое качество российского мозамбикского отношения. Our presidents send addresses to one another regularly, and it is quite evident that our countries and they are willing to elevate our relations to a new level. И, безусловно, рассмотрим наше взаимодействие на международной арене, в том числе по различным региональным проблемам Африки, в том числе с учетом инициативной, очень конструктивной роли Мозамбика в решении стоящих перед континентом. And certainly we are also going to talk about international issues and certainly about the regional conflicts in Africa, given the initiative and constructive role Mozambique is playing in setting things. Sure, thank you very much. Once again, welcome. Когда мы говорим о России и Мозамбике, неизбежно всплывают в памяти тесные связи, как исторические, так и политические. Friendship, solidarity and cooperation have always been key values among in our two countries, even before Mozambique became an independent country. Дружба, солидарность и сотрудничество были теми ценностями, которыми мы руководствовались в связи друг с другом еще до того, как Мозамбик обрел независимость. So each team that comes up front has the key responsibility of sustaining this relationship and developing it. Поэтому каждая новая команда, каждое новое правительство берет на себя задачу поддержания этих важных отношений и их развития. And that's why we're here today. Именно поэтому мы сегодня здесь. Allow me to convey the greetings of President Kutuzov, President Putin. Позвольте мне передать теплый привет от президента Кутузова и президента Владимира Путина. Allow me also to greet your great country, government and people for the successful organization of the Olympic Games in Sochi and for your victory. Позвольте поздравить также вашу великую страну, ваше правительство и ваш народ с организацией зимних Олимпийских игр в Сочи и с победой в Олимпиаде.
in February, as I said, he visited Mozambique in a historic visit, which was very fruitful. Как вы сказали, в феврале вы посетили Мозамбик, это был бесконечный визит, и он оказался весьма плодотворным. We agreed that we would keep in touch, that we would continue to develop and to open new avenues to strengthen our cooperation. Мы пришли к согласию о том, что необходимо находиться в постоянном контакте и искать новые сферы для развития наших отношений. I do agree with the points, with the areas you have mentioned for our talks today. Я согласен с теми пунктами повестки дня, которые вы огласили для нашей сегодняшней встречи. And I'm sure that, as usual, will come out with a significant and progressive outcome. И я убежден, что, как всегда, нам удастся прийти к значительным результатам. Once again, thank you very much for listening. Позвольте поблагодарить от моего имени.